спасибо огромное школе, спасибо администрации, спасибо, что вы создали вообще эту школу, то, как вы за нее боретесь, то, как вы ее поддерживаете, каких людей вы сюда приглашаете, какие люди собираются. Я думаю, все со мной согласятся, я надеюсь. Правда, спасибо, потому что это большая возможность для всех нас. То, как мы уже этой возможностью воспользуемся, это уже зона ответственности каждого человека, но вы ее даете, и это круто. Спасибо вообще за то, что здесь мы познакомились друг с другом, со всеми ребятами, и каждый раз, каждая какая-то мини-съемка, будь то на одну минуту, на час или еще на что-то, это всегда так здорово, это такой кайф, и ты понимаешь, что ты находишься с людьми, которым нравится этот процесс, которые вкладывают душу, сердце, время, деньги, и прям, ну, это правда круто. Всем, ребят, спасибо, это огромное наслаждение. И спасибо всем нашим педагогам именно актерского курса. Я уверена, что все ребята скажут сами, потому что, ну, я не буду говорить за всех, я уверена, каждый сам подойдет и скажет. Спасибо нашим педагогам по сценречи, по сцендвижению, по всем-всем-всем, что у нас там было, но самое главное — это вот два мастера, Галина Васильевна и Валерий Анатольевич, вы на всю жизнь вообще в моем сердце и в наших всех сердцах. Я поражаюсь, откуда у вас вообще силы, эмоции, и откуда у вас энергия работать вот с такими, как мы. Спасибо вам огромное от всей души, ну, это на всю жизнь. И традиционно на общую фотографию, это финал праздника.